Запись дубля. Всем привет, с вами снова я, Удир, и это игра Free Fire Battlegrounds. Во. Так, нажимаем войти, сейчас посмотрим, что у нас получится. И куча событий будет? Куча, да, как обычно. Это моя вторая игра с телефона будет. Давайте посмотрим, что у меня сегодня получится из этого сделать. Я так решил для разнообразия поиграть. Захотел, поиграл. Зашел, все. Так, какие-то там бинго фак ю. Получить, спасибо. Там карточки можно какие-то покрутить. Покрутим сейчас. Так, тут смотреть ничего не буду, там задание есть. Заходи в игру ежедневно, хорошо, посмотрим, как будем справляться с этим. Пишите свое мнение в комментариях, хотите это видеть или нет, но так для разнообразия добавлю. Окей, спасибо, надеюсь, сразу надо было нажать. Там Эндрю дали. Если не ошибаюсь, у него защиты неплохо получается. Так, ну с этим я разбираться уже больше не буду. Так, это я забираю. Там сейчас в джекпотике можно будет полазить, посмотреть. Звук игры вы, простите, не услышите, потому что я сейчас, получается, на компьютере отдельно звуковую дорожку своего через микрофон на компьютере записываю голос, чтобы я мог так вот сделать. Окей, ну, подождите, у меня есть такие? Да, есть один такой, но, пожалуй, я золотой возьму. Да, бесплатно сначала крутанем. И потом вот эти четыре золотых. Так, крутить. Именно поэтому вы звуки игры не услышите. Будет лично микрофон, и дальше музыку накладывать, и все. Просто через микрофон на ПК гораздо лучше, чем через обычные дешевые наушники записывать. Так. Походу еще оденемся мы сегодня неплохо. Надеюсь, что на парня все будет падать. Ну и последний, получается, золотой талон. Сиреневый парад. Окей, а дальше монетки чисто. Окей, понятно. Ну давай, заветный момент. Самый дорогой, наверное, что тут есть. Я точно не уверен. Я-то не знаю эту игру вообще толком. Динозаврик. Ну окей. Ну я так полагаю, типа алмазики это вроде как донат, да. Ну нафиг. Так, назад. Сейчас я в настройках пошарюсь. Так, графика высокая пускаю, хотя вообще низкую надо врубать. Давай низкую я поставлю. Экран 18 на 9 включить, подтвердить. Сейчас при перезагрузке все нормально будет. Ну все, я оделся, поменял персонажа, Удир геймплей, мой никнейм. Так, нажимаем старт. Мне многие написали то, что я играл против ботов. Первая игра моя с телефона топ-1 была взята. И получается, первый раз играл, топ-1 взял. И вот сейчас посмотрим, где ботов поменьше сейчас должно быть по логике. Ожидаем других игроков. Итак. Давай. Так, дорогие друзья, попытка номер два. Я только сейчас догнал, как стрелять. Я думал то, что джойстик стрельбы слева, это как бы во время ходьбы. То есть, ну, типа стрелять и ходить одновременно как. Ну, хрен его знает, как я понял это. Ну, сейчас я уже понял, как это должно на самом деле работать. Все, вот не знаю, куда сейчас полететь. Давайте вот сюда куда-нибудь. Где-то отсюда. Идеально приземлился. Так, о, винторез. С этим, думаю, повеселее будет.
Только остается зрение подкачать. Ой-ой-ой, давай. Так, у нас какая-то тут стена есть. Может ее взять? Попробуем. Блин, а где они? Анимация? Вроде бы раньше анимация была. О. В смысле? Так, он там. Так. Так. Хиляемся. Хедшот, детка. Вот сейчас вроде хедшот был. Это я не знал, хедшот не хедшот. Ну, что каждый выстрел это хедшот. Что за фигню я подобрал? Опа. Не дадут залутаться. Не факт, что хедшот. Что я подбираю? А, это быстрая смена оружия. Понял. Ну. Ну, пережит. А, у меня патронов нету. Ну, серьезно. Побежали нафиг отсюда. Надо поменять оружие. Давай. Патроны, давай. Ох, их там. Как еще плохо видно все. Так. Мне тут. У
Неплохо видно. У меня яркость. У меня там свет идет. Фух. 4 убита. Напишите в комментариях, сколько вы в среднем убиваете. У меня патронов мало. Там один должен быть. Беги, беги, беги! Я нашел этого. Он на крыше был. Подаст потом, что ли? Не понял. О! Заряжайся. Так. Да кидай, как? Надо текать. Еще и от зоны. Опа-на, кто-то. Ай! Почему так плохо видно? Долбанный свет, долбанное солнышко. Я, конечно, тебя люблю, но не настолько. Так, 8 киллов. Опа-на. Так, перезаряжай. Ай, блин, я на перезарядку нажимал. На смену оружия, то есть. Не на стрельбу. Ну, в принципе, топ-10 я, в принципе, да? Если не ошибаюсь. В принципе, нормально сыграл. Фух. Вот, трофей GV. Турбобокс, трофеев, там, чё, что... Я фиг его знает, что там да как. Да, топ-10, в принципе, не знаю, нормально, как по мне. Я управление толком не знаю. Пишите свое мнение в комментариях. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях, пожалуйста, Free Fire или же Garena. Мне будет очень приятно. Ну, а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Вот, решил просто контент разнообразить. Всем бай-бай.